Юные жители Стерлитамака получили паспорта. Документ, удостоверяющий личность, в торжественной обстановке вручили отличникам учебы. Ребят поздравил глава администрации, отметив, что у них теперь не только новые гражданские права, но и обязанности. И призвал учащихся помнить родину и гордиться ею. Я чувствую, что я стала взрослой, намного взрослее и ответственнее. Я очень обрадовалась. Рассказала своим друзьям в первую очередь, потом, когда пришла домой, рассказала родителям. Я на таком торжественном мероприятии впервые. Мне все безумно понравилось. Очень тронуло стихотворение, которое шло перед самой церемонией награждения. В первый раз увидела главу администрации нашего города, впечатлений моря. Все очень прекрасно. Церемония вручения паспортов началась и завершилась минутой молчания памяти павших в Великой Отечественной войне.